Добрый день, дорогие друзья! Приветствую экономики здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, и мы начинаем. Сегодня тема «Налог на богатство. Кому приготовиться?» Одним из лучших экономических решений в Беларуси за всю историю было введение плоского подоходного налога. 12% – это было достижение, и при помощи этого налога белорусский бюджет собрал в 4 раза больше денег, чем это было, когда была прогрессивная ставка. Но белорусские марксисты, ленинцы, понятное дело, не могут жить в такой шкале, потому что там им нужно проявлять свое представление о том, что справедливо, несправедливо, что конструктивно, что неконструктивно. И вот опять-таки пошли разговоры о том, что необходимо ввести новую шкалу 25% на доходы сверх 200 тысяч рублей в год. Это порядка 16-17 тысяч рублей в месяц. Понятное дело, согласно официальной статистике, столько денег, такие доходы официально получают там около 10 тысяч человек. Это не так-то много. И для них, конечно же, 25% это не деньги, это не тот налог, который они бы не хотели платить, друзья. Но здесь очень важен прецедент, очень важен принцип, который ломается и который может быть ввести. Как только будет легализована прогрессивная ставка налогов, я уверен, что в 2024 году станет вопрос о том, чтобы расширить прогрессию, 25 ввести для гораздо более широкого количества налогоплательщиков, людей с доходами, а для тех, которые зарабатывают больше, ввести ставку на 35-40, сославшись, знаете, на кого? На Америку. В Америке гораздо больше, в Европе есть много стран, которые платят по прогрессивной шкале, и белорусы, которые стремятся быть похожими на европейцев, пусть платят тоже. Это такое социалистическое уравниловка, это режим прогрессивного налогообложения, от которого богатые люди давным-давно научились уходить, а это то, что убивает, размывает, уничтожает средний класс. И это, конечно же, мера, которая бьет по карманам тем людей, которые более-менее зарабатывают, более-менее что-то копили для того, чтобы либо недвижимость, либо какой-то малый бизнес, либо автомобиль, что угодно. И вот эти люди будут столкнуться с угрозой у резкого увеличения налогообложения. Одно дело 13, другое дело 25. Естественно, включится режим, а почему должен платить, почему должен показывать доходы. Увеличится режим серой оплаты труда, серых сделок, сделок, которые вообще не будут регистрироваться, потому что белорусы привыкли к тому, что подоходный налог в Беларуси достаточно щадящий, один из самых в этом плане поставки лучше. Да, белорусы платят многие налоговая нагрузка перераспределена так, что в цене тех товаров и услуг, которые они покупают, много сидит налогов. Это практически все косвенные налоги, все эти налоги, которые платят предприятия, они, естественно, включают в конечную цену, и цены на многие конечные розничные товары и услуги, они существенно выше, чем цены мирового рынка, цены, которые есть в рознице даже в Европе, в богатых европейских странах. Поэтому говорить о том, что 13% у нас очень сидящие налоги, и это низко, и это хорошо, это в общем целом про налоговую систему, это, конечно же, не так. Напомню, друзья, что есть такой рейтинг, называется индекс налогового ада, и Беларусь в этом рейтинге занимает, внимание, первое место в мире. Мало таких рейтингов, в которых мы самые-самые худшие, и вот этот рейтинг, которым мы действительно являемся мировыми лидерами. Здесь оцениваются не только налоговые ставки и режим администрирования, здесь оценивается также и законодательство, насколько законодательство соответствует принципам защиты прав собственности, защиты прав налогоплательщика, и по всем этим трем критериям Беларусь самая плохая, если не вот в этом году еще рейтинга пока не было, или одна из самых плохих в мире. Поэтому, друзья, ухудшение налогового законодательства через введение налога на богатство – это очередной удар по белорусам. Потом богатство начнут интерпретировать по-разному. Не только доход, что у тебя есть. Будут оценивать недвижимость, будут оценивать землю, будут оценивать активы, которые есть. И, конечно же, появится зуд налогообложить вот все это.
Так что, друзья, если будет в Беларуси легализован налог на богатство, будьте уверены, что это просто разорвет плотину целого ряда интерпретаций для того, чтобы еще глубже залезть в карманы беларусов. Будьте осторожны, не поддавайтесь вот этим настроениям и не поддерживайте категорически введение прогрессивной ставки налога. Спасибо большое за ваше внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь! Слава Украине!